Вот поймали голубя сейчас. У него что-то сладкое было, хромал. Посмотрите. Вот такая перевязочка у него. Ему это мешало жить. Сейчас я ее сниму. И голубь будет спокойно ходить. Сейчас мы уберем. Вот так вот замотал голубь себе. И ему теперь тяжело. Смотрите, какая маленькая нитка. Ее сейчас мы размотаем. Она у него передавливает все пальцы. Посмотрите, вот этот палец вообще уже толстый. Он болит у него. Сейчас возьму ножичек. И сейчас порежем немножко. Тут это нитки еще такие. Ой, какая длинная нитка попалась. Она еще и крепкая. Аккуратно, она уже гнить начала. Вот эта лапа. Еще бы немножко, и все могло быть еще хуже. Так, одно освободили. Практически, да. Одна фаланга освобождена. Вторая фаланга вот сейчас освобождаем. Все, осталось главное одно. Смотрите, сколько намотано у него. Практически сняли. Вот, посмотрите, снимаем последний. Ой, бедный голубь. Все у него там перетерлось. Смотрите как. Здесь у него уже ничего нету. Все забрали у него. Посмотрите, толстая какая. Эти тонкие. Уже опухоль началась. Ну, теперь голубь будет хорошо себя чувствовать. Вот такой голубь. Все, пока.